Нахожусь в Шереметьево, в аэропорту Шереметьево. Мы приехали. Сейчас будем узнавать, где наш находится терминал. Чертовски хочется поесть. Сейчас схожу в Макдональдс тут или в Бургер Кинг схожу, что-нибудь съем. Настроение хорошее. В общем, сейчас будем дальше узнавать, в какой терминал нам идти, чтобы нам пройти регистрацию. Ну, вот такой вот аэропорт. Немножко показываю вам кусочек. Сели, покушали Бургер Кинг. Цены, конечно, заоблачные. Не такие, как Макдональдс или еще где-то. Сейчас пойдем в свой терминал. Терминал D у нас. Что, пойдем, наверное, да? Путешественники. Я еду уже на поле. Можно пройти, можно проехать. Я решила проехать. Идем в терминал D. Так, терминал D. Вот так вот. На таких машинках. Вон там, где синенькая, там написано терминал D. Туда и идем. Ой, вообще. Комедия. Огромный аэропорт. Бегут. Здесь тоже вот есть эскалаторы. Там эскалаторы. Все бегут с чемоданами, с багажами. Идем на регистрацию. Нужно зарегистрироваться, свои билеты зарегистрировать и сидеть и ждать своего рейса спокойно. Короче, мы прошли регистрацию. Здесь такая мешанина. Собрали все рейсы в одну очередь. Все рейсы, которые летят в разные города. Все в одной очереди. Мы еле-еле отстояли. Сейчас уже сидим, все, сдали багаж и сидим, ждем уже. Через час мы уже будем. Российские авиалинии 28. Посадка объявляется. Пошли. В общем, все прошли, всему океана. Шереметьево, конечно, огромный аэропорт, но они какой-то коллапс сделали. Всех собрали, пассажиров выкрикивают, люди опаздывают на рейсы. Кричат Иванов, Петров, Сидоров. Посадочный талон при входе на борт воздушного судна. Желаем вам приятного полета. Желает нам приятного полета. Сидим, ждем.